Соусник. Да, я отдельно просто... Ребенок взял там по китайской технике рыбу, виноград, а приготовил. Есть вот. Третий день второго Кубка Украины по кулинарии. Сегодня время финальных боев. Именно сегодня мы узнаем имя самого лучшего повара Украины.
Итак, третье место, диплом и третье место в Украине мы вручаем Данилу Киви. Второе место на Кубке Украины по кулинарии в 2017 году занимает Зедрин Евгений. И бокал. Номер один в Украине на Кубке Украины по кулинарии становится и зарабатывает очень большое количество призов и сертификат на гастроподорож. Шучу. Ларчев Анатолий! Вот таким вот он был. Второй Кубок Украины по кулинарии. До новых встреч!